Леонардо да Винчи – итальянский художник и ученый, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример универсального человека. Чем шире душа человека, тем глубже он любит. Гнев есть кратковременное безумие. Порицай своего друга наедине и хвали на людях. Критикуй мнение, а не его автора. Поистине тот, кто не ценит жизнь, ее не заслуживает. Если соитие совершается с великой любовью и великим желанием с обеих сторон, тогда ребенок будет обладать великим умом и остроумием, живостью и изяществом. Ничто так не укрепляет авторитет, как молчание. Любое препятствие преодолевается настойчивостью. Где умирает надежда, там возникает пустота. Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека, не находя себе применения, чахнет. Не оборачивается тот, кто устремлен к звездам. Существует три разновидности людей: те, кто видит, те, кто видит, когда им показывают, и те, кто не видит. Противник, вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, чем друг, желающий их скрыть. Плох тот ученик, который не превзошел своего учителя. Поистине всегда там, где недостает разумных доводов, их заменяет крик. Оскорбляя другого, ты не заботишься о самом себе. Ничто так не обманывает нас, как наше мнение. Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться. Глаза и уши, охочие до чужих секретов, всегда найдутся.